Это семья Кузнецовых. Мама, папа и их дочь Ариша. У Ариши скоро день рождения, и вся семья решает, как его лучше отпраздновать. Мама хочет, чтобы было много гостей и получились красивые фотографии. Папа хочет, чтобы праздник прошел интересно и познавательно. Для Ариши главное, чтобы было много веселых игр, вкусные угощения и море подарков. Обратились они в агентство по организации детских праздников «Капитошка». Сотрудники агентства написали интересный сценарий, украсили помещение, организовали угощения, подобрали зажигательную музыку. Праздник прошел прекрасно. Многочисленных гостей развлекали конкурсами, караоке и познавательными играми, угощали вкусным тортом и разными сладостями. Арише подарили кучу подарков. Получились красивые фото и смешной видеоролик. Вся семья и гости были в восторге. Такой праздник запомнится надолго. Хотите устроить незабываемый праздник для своего ребенка? Обращайтесь в агентство «Капитошка».